Всем привет! После ролика с арабским скакуном подписчики попросили сделать повозку или карету к этим лошадям. Когда ты нам покажешь туториал, как построить карету? Сделай туториал, как сделать карету, ПЖ. Лошадь есть, а сделай туториал, как сделать повозку для такой лошади. Кстати, по такому же принципу можно сделать карету с лошадью. Только вот карету постройте из пластика, чтобы лошадка смогла вести. Спасибо вам за ваши комментарии и активность. А я же выполнил свое обещание и сделал туториал по карете. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и делитесь этим видео с друзьями. Как сделать лошадь, вы можете посмотреть в моем видео «Арабский скакун». Ссылка на ролик есть в описании. Если вам лень делать лошадь или у вас не получилось, то можете просто сделать карету с рулем. Если у вас есть свои собственные механизмы, то пишите о них в комментариях. Если вы сами придумали этот механизм, то мы можем сделать ролик и показать его на моем канале. А теперь время туториала. Я использовал две лошади для постройки кареты. Сначала делаем основу из тех блоков, которых у вас много. Это нужно для того, чтобы колеса и ноги лошади были на одной линии. А теперь делаем механизм, чтобы соединить две лошади. Далее соединяем их с каретой. Делаем основание для колес. Ставим колеса так, чтобы они касались основы. В настройках нужно поставить шаг перемещения на 0.5. Теперь делаем саму карету. Устанавливаем следующие настройки. Уровень скрепления минимальный, шаг перемещения 0.5 и вращение 15 градусов. Далее делаем подножку и крылья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Устанавливаем кресло для кучера. Делаем настройку клавиш. У задних ног клавиши E, Q, а у передних Q, E. На головы и хвосты назначаем клавиши Q, E. У левых колес ставим клавиши. Право это Z. Право и лево нам не надо. Backward T. Left X. Forward Q. Справа все то же самое, только вместо Q у forward ставим E. Проводим тест. Теперь делаем двери, как показано на видео. У меня есть отдельное видео, как сделать двери, можете его посмотреть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, пишите комментарии. Всем пока!